Итак, всем привет! Вы на канале Умный Кот ТВ, с вами Макс. И сегодня, друзья, мы играем в Rim World. Я начал сначала, ну как, не совсем сначала, я уже немножко продвинулся. А продвинулся в том, что поставил вот ферму такую маленькую. Тут картошка у меня растет, как я понял. Вот это вот еда. А у меня есть... как бы такой маленький домик, батареи. И давайте включим перемотку времени, пока мои друзья-персонажи не проснутся. Вот. И теперь давайте покопаем. Угу. Так, 3. Я думаю, тут 1, 2, 3. Вот где-то вот тут вот. Вот так вот мы должны совсем чуть-чуть покопать. Может, как-то уменьшим копание, а то я боюсь. Окей, уменьшим копание. Это пусть так и будет. Да, пусть так и будет. Давайте будем копать отсюда. Вот. Вот до сюда. И еще снесем вот это вот. Теперь почистим вот это. Вырежем вот эту траву. Да, офигеть, сколько нужно всего сделать. Даже вот это вот так. И теперь... Все, они поели. Работают. Так, давайте я зайду в настройки. И звук уменьшу. Вот так вот хотя бы. Да, вот, все, работает. О, этот убирает, этот копает, то, что надо просто. Как вы видите, это, так как это она. Она копает быстрее, это просто тут металл, поэтому она его дольше копает. Но все же она копает намного быстрее. Почему? Потому что это наш майнер. Тут каждый персонаж, у него есть свое развитие, свои навыки, которые даются рандомным образом. Это у меня майнер, и она очень хорошо копает. Что, конечно же, понятно. Вот убираем блоки, убираем этот мусор. Почему я убираю траву? Трава просто, друзья, может загореться. Когда трава загорается, это плохо. Может сгореть просто все. Может сгореть просто все. Так. Что нам еще нужно? Нам еще нужно... Так, нам еще нужен... Не нужен, а нужна комнатка для отдыха. Ну, давайте поставим, ну, где-то вот такую вот. Угу. Вот эти вот... Бум-ред, взрывающаяся крыса, она очень-очень плохая. Почему? Потому что если она на нас нападет, и мы ее убьем в рукопашном бою, то она взорвется. Если даже в дальнем бою мы ее убьем, она все равно взорвется, но просто в дальнем бою мы не потерпим урона. Ну, по крайней мере, мы. Может, вот, например, мы свою постройку разорвем или что-то наподобие этого. Но нам все-таки урона не будет. Ну, конечно же, если мы не будем стоять прямо возле нее. Так, вот. Нам осталось докопать. Не достроить, а докопать именно. Вот тут вот. Правильно, засадить назад. Во. Тот, кто нужен, взялся за это дело. Теперь ставим стол. Да, как раз то, что нужно, но проблема в том, что нужно... Докопать еще вот это вот тогда. Ставим стол. Теперь ставим стул. Стул, 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 стул. Стул, 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 стул. Круто. Так, теперь ставим вот тут стену.
Ну, немножко будет некрасиво, да. Ну и ладно. Так и будет. Так. Оу. Оу-оу-оу. Вот чего я не очень хотел-то. Смотрим на наши характеристики. Шутинг 3. Шутинг 3. Шутинг 7. Так, теперь вот у нас есть пистолет. Возьми пистолетик. Вот. Иди сюда. Молодец. Иди сюда. Молодец просто. Ага. Иди сюда. Жди, жди, жди. Во-во-во-во-во. Начал сам стрелять. Умничка. Уходи. Стреляй. Уходи. Стреляй. Да, во, все, отлично. Не, не добил. Добей. Во, все. Теперь это просто как мусор. Мы его потом вынесем. Фух. Ненавижу, ненавижу вот этих вот муфалов за это. За то, что они такие иногда злобные. Ну, это только иногда, конечно же. Видите, они едят тут. А, так, теперь нам нужны сюда еще, во-первых, двери. Ну, давайте отменим двери и поставим еще провод. Вот так. И еще такая маленькая деталь. Нужно сюда провести провод. Совсем маленькая деталь. Чё я вру, а? Смотрите, как ставят провода. Ой, один забыли. Скорее всего, тот поставит, да. Ага, теперь еще постройка. Геотермальный генератор. Еще вот так вот стены. Стены. Опа. Что-то там, да, и бумкнуло. Вот так. Бум. И что-то как бы произошло. Это, скорее всего... Да, это молнии. Офигеть. Блин. Плохо. Я не люблю молнии. Они могут жахнуть по чему угодно. Так, стена. Стену вот так вот еще проведем. Так вот еще тут стенку. О, как мы будем величать свой город. Clever Cat Colony. Как мы будем величать свою колонию даже. Так точнее будет. Вот так. Оп. А стенку? А, этот поставить. Правильно, бегайте туда-сюда. Окей. Так, теперь еще. Так вот тут двери поставить. Лампу поставить. Стол изучений поставить. Во, все вроде. И металла у нас, вот как вы видите, друзья, ну, по большому счету нету. Так, теперь копаем вот это, копаем вот это и копаем вот это. Это, друзья, металл. Так, что тебе нужна? Еда не нужна, это не нужно. Все значит хорошо. Если что, они и сами едят, и спят, и в этом вся и проблема в этом. Потому что они так едят и спят, что они могут подохнуть притом быстро. Оу. Оу-оу-оу. Ну, у него пистолет, я бы мог его коцнуть, скажем так. Но пока что я его оставлю, так как у меня нету ничего такого изучено.
Я вообще не знаю, как изучать, друзья. Я ставлю на изучение, пытаюсь подойти к этому столу, но он говорит, я не знаю там ничего. Я ничего с этим делать не буду. Так, вот это вот. Вот. Тоже. Ну, конечно же, нужно поспать. Так, без этого никак. Ну, просто. Так. Кто на меня нападает там, а? Он на меня нападает? Я думал, он будет мирным. Так, встал. Давай, беги. Теперь fire. Офигеть, он побежал сюда, он. Он чё, хочет моих этих убить? Вообще офигел. Ага, я не могу его захватить. Значит, давай допинай его. Или нет? Я бы его себе оставил, так как я, друзья, могу его как-то там оставить так, чтобы... Ну, он потом мог бы присоединиться ко мне, если бы мы его убедили. Но из-за того, что у меня еще нету такой комнатки, я сразу ее поставить не могу. Там отделить какая-то комнатка. Как, я не знаю. Поэтому... Чё это, хрен его знает. Это хрен его знает. Это хрен его знает. Хрен его знает. И хрен его знает. Ну, посмотрим, посмотрим. Если они, конечно же, к этому пойдут. Окей, к этому они не пошли. Угу, это типа пол, да? Или как? А ну-ка. Волк спид. Ага. Повышает скорость передвижения. Хм. Значит, по вот такой вот штуке. Это ведь эта штука? Не, это metal tile. То есть, если я вот такую вот штуку тут поставлю. Вот так вот. То они будут тут быстрее передвигаться, да? Ну, отличная штучка, должен сказать. Jump to location. О! У него ничего нету. Ну-ка, если я... Arrest Vale. Ну, он не сможет его арестовать, так как... Ну, у меня пока что нету ничего такого, чтобы его арестовать. Ну, я еще этого не изучил, можно так даже сказать. Так, давайте обозначим, что это наш дом. Структура, адрес. Так, не. Во-во. Наконец-то. Я заметил это. Зачем это надо? А чтобы они убрали вот этот вот мусор, который валяется. Он мне не нравится. Он мне просто не нравится. Я бы мог захватить вот этого вот человечка, если бы я знал как. Вот так вот. Вот так вот. Так, теперь еще. Нам нужны... Еще батареи. А сразу же после батареи мы будем строить турели, так как нам нужна еще и защита.
Да, покушайте, видите, кушают. Ремонтируют. Отлично просто, отлично. Угу. Так, о, тут проход я оставил, это тоже хорошо. Так, соберите, соберите. Ну, можно и так это ремонтировать, да? Да, я угадал. Вот, надеюсь, никакого ни замыкания, ничего такого не будет, а то плохо будет, если оно будет. Да, вот именно. О, вот. Носят понемножку ресурсы. А, нужно будет передвинуть это хранилище внутрь. Ну как, он нам не передвигается, но все же можно построить еще одно. На одну ниже. Так, теперь оружие. Вот так вот, тут одна, тут вторая турелька. Тут третья, тут должна быть еще и четвертая. Тут четвертая, вот. Четыре турели, я думаю, вполне на первые атаки хватит. Теперь еще построим вот такие вот штучки. Вот такие. И где-то вот тут вот тоже такую штучку построим, вот такую, чтобы защищаться. Да и вот тут вот, вот так. Вот так, да. И мы будем тут, если что, защищаться. Этот проход можно будет спокойненько защитить потом. Они бомбы inside. Так. Так. Boom Rats. Нужно будет их как-нибудь перестрелять. Воу. Сволочь. Повезло. Очень даже, друзья, повезло, что она взорвалась так слабо. А то они взрываются намного сильнее. Фух. Пронесло, можно даже так сказать. Needs, нет, нет. Майн. Так, что там я за needs смотрел? Во. Someone dead. Плохо. Угу. Someone dead. А тут все нормально. Окей. Так, ты ничего не может изучать, видите? Тоже ничего не может изучать. И этот тоже ничего не может изучать. Вот, ну, ну как, ну как? Как изучать? Ладно, это мы узнаем потом, друзья. Надеюсь, вы мне подскажете, как изучать. Тут что-то у меня ничего не получается. Может, может, может. Может, я туплю и нужно просто провести еще вот так вот к нему провод, что вполне возможно. Не, не хочет. Хрен его знает, что надо. Окей. Защита у нас уже хоть какая-то, да, и есть. Оп. Просто у меня нет слов. Вы слышали все мои слова только что. Это бум-крыса, я так понял, дошла до своего пика и... Я сейчас поубиваю всех этих долбанных бум-крыс.
Так, все. Так, не подходи туда. Во, все, да. Так можно. Геотермальный генератор нужно восстановить. Не, стоп, 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 стоп. Отменить. Пусть это все догорит. А тогда восстановим. После этого восстановим. Тут вроде тушить нельзя, только вот дождь может потушить. Так что плохо. Очень плохо. Тушись, давай. Блин, еще и это долбит. О, еще кто-то ходит. Блин, ну тушись. Слаги. Я бы их продал. Но нельзя. Окей, давайте planting put поставим тут, 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 тут. Тут и вот так. Теперь построим тут все-таки этот геотермальный генератор. Возле него, конечно же, стены. Но для начала нужно убрать весь внутренний мусор. Ох, плохо, 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 плохо. Так, тут у меня все заросло травой. Если тут что-то зажжется, то мне будет пипец. Надеюсь, такого не случится. Нужно еще много мусора оттуда убрать. Need dump. Кто не знает, что это вот такая вот территория. Это мусорка. О, повезло, что молния сюда упала. На мусорке немножко выгорит. Вот тело горит, видите? Так, электричество у меня пока что достаточно. Но это пока что. Да. Вот плохо, что геотермальные эти генераторы далеко я должен ставить. Гейзеры далеко от моей базы. Плохо, плохо. А мусора после этих взрывов. Ой, пипец. Просто капут. Так, структура, не стена. Смуш стоун. Ну-ка, кодекс, control, building. Riders, object weapons, control, work, needs, combat, нет, loyalty, captain. Fire. Ладно, это я все читать, ну, просто не хочу. Просто не хочу. Так, убирайте, пожалуйста, побыстрее мусор. Электричество мне пригодится, так как это самый выгодный источник электричества, то нужно его, да, и сделать. И у вас потребности. Да нормально все вроде. А, тут какие? А, темно. Ну ладно, это сейчас пройдет. Во, все. Ну почему он не работает за столом? Что я еще не построил? Ну, вот эту вот консоль я не построил.
Давайте выкопаем тут вот. Один, три, вот так вот. Тут такая комнатка для консоли будет. Может еще что-то сюда всунуть? Или не надо? Хотя, если подумать... Да, я могу сюда еще генераторы всунуть. И если что, тут еще будет энергия храниться. Отличная идея, кстати. Да, отличная идея. Теперь еще нужно двери сюда поставить, сюда поставить, сюда поставить, сюда поставить. Сюда двери поставить, сюда двери поставить. А вообще много чего нужно. Еще давайте нужно будет выкопать это, выкопать это. Фу, жесть. Так, не ты, не ты. Вот, да-да-да, ты. Именно ты. Иди покопай немножко, окей. Ты издеваешься? Один блок это не дело. Ты понимаешь, что ты так теряешь мое время? Так, давайте сначала посмотрим. Оу, щит! Извиняюсь, конечно, но все же. Куда? Куда? Охренело? Камикадзе, блин. Ща у меня тут растрощено все будет. Так. Думаем, думаем, думаем. Нужно, нужно, нужно. Сейчас мне нужно прокопать вот тут вот. Один, два, три. Или сколько? Один, два... Ну да, думаю, три. Вот такую вот территорию. Так. Итак, у меня убили моего... Вот этого вот солдата. Это очень плохо. Это пошла жрать. Где еще один? Этот пошел сюда. Ну, зашибись. Просто зашибись. У кого-то из врагов были, друзья, гранаты. Он бросил гранату и пум! И все. И нету моего солдата. Так, давай на двери. Там прикрытие есть. Стреляй, стреляй. Давай, да. Ты. Так, 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 так. Какое вооружение? Фраг Генедес нет пока что. Я его хочу забрать. Они забрали моего. Я хочу их всех. Забрать. Я думаю, я за ним все-таки не успею. Так что... Ну, жесть. Жесть, конечно. Пистол, пистол, пистол. Гранаты. Жесть, мы потеряли одного солдата. Молодцы. Я просто молодец. Молодец, Макс, молодец. Пипец. Ладно, вот я на этом закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Помогайте мне тут развиваться, а то я тут почти ничего не знаю. Всем до скорого, всем удачи, всем пока.